Эй, иди сюда! Чего тебе? Эта долина – опасное место. И без правильного снаряжения ты сразу можешь считать себя трупом. Я полагаю, что у тебя как раз правильное снаряжение. Угадал! И я даже могу продать его тебе. Я сам не лучше. Что ты можешь предложить мне? Он сам бы никогда не делался. Он ничего не сделался. Это не вопрос. А информацией ты не торгуешь? Может быть. Если цена подходящая, я расскажу тебе все, что я знаю. Сколько ты берешь? Трудно сказать. Но думаю, 50 золотых за каждую информацию, что ты получишь, будет нормально. Мне нужна информация. 50 золотых! Это все сплетни. Вот, держи. Теперь скажи мне. Все было бы по-другому. Расскажи мне об орках. Орки появились здесь недавно. По крайней мере, те орки, что сейчас перед замком. Но мне удивительно, как организованно они себя ведут. Орки обычно атакуют слепо, невзирая ни на что. А эти орки выжидают подходящего момента. Они ждут, но мы не знаем чего. Мне нужна информация. 50 золотых. Вот, держи. Теперь скажи мне. Никто ничему не учится у меня. Расскажи мне подробнее об орках. Орков возглавляют элитные воины. Эти воины очень сильны и облачены в хорошие доспехи. Их почти невозможно убить. Я как-то видел, как один из них срубил большой дуб одним ударом своего топора. Не говори, что ты не знал. Мне нужна информация. 50 золотых. Я сам не лучше. Вот, держи. Теперь скажи мне. Расскажи мне о замке. Он находится в самом центре долины рудников. Когда долина еще была тюрьмой, рудные бароны контролировали всю торговлю рудой отсюда. Мне нужна информация. 50 золотых. Вот, держи. Теперь скажи мне. Расскажи мне о долине рудников. Долина рудников Хариниса известна всей стране из-за своей магической руды. Эти горы — единственное место, где встречается магическая руда. Оружие, выкованное из этой руды, никогда не ломается и может пробить даже самую прочную броню. До последнего времени вся долина была окружена магическим барьером. Он был непроницаем, и никто не мог выйти наружу. Мне нужна информация. 50 золотых. Вот, держи. Теперь скажи мне. Расскажи мне подробнее о долине рудников. Долина сильно изменилась за последние несколько дней. Когда пришли орки, вместе с ними появились и другие ужасные создания, многих из которых раньше никогда здесь не видели. Говорят, что несколько охотников-одиночек все еще находятся в долине, но я не уверен, что они еще живы. Создается впечатление, что все создания Белиара вдруг толпами ринулись в эту долину. Мне нужна информация. 50 золотых. Вот, держи. Теперь скажи мне. Расскажи мне о драконах. Драконы — это древние, невероятно сильные создания. Когда-то их было многие тысячи, но уже больше сотни лет ни одного из них не было видно. Их кровь горяча, как кипящее масло. Если не посмотрят в твои глаза, твое сердце обратится в камень. Ну, так я слышал. Мне нужна информация. 50 золотых. Вот, держи. Теперь скажи мне. Расскажи мне подробнее о драконах. Все драконы разные. Некоторые из них могут покрыть землю слоем льда несколько футов толщиной. Другие же предпочитают жить в болотистой местности или в вулканах. Это было всегда очевидно. Мне нужна информация. 50 золотых. Вот, держи. Теперь скажи мне.
Знаешь, верни мне мои деньги, я передумал. Как хочешь. Это плохой бизнес. Рано или поздно не проблема. Это должно было случиться. Никто ничему не учится у меня. Ему стоило, я тебе шепоту. Не говори, что ты это сделал. Я так уверен. Тебе должно быть жаль этого беднягу. Это у меня и так хватает проблем. Этого я не сказал. Что? Никто ничему не учится у меня. Откуда вы? Мы пришли из города. Я слышал другое. Так может продолжаться вечность. Я что-то не видел тебя в городе. Не выношу людей, которые суют нос не в свое дело. Понял? Нет! Тогда мне придется объяснить это в деталях. Если он этого не видит, я ничем не могу помочь. Это абсолютно очевидно. Это все сплетни. Да, беги со всех ног! Со всех ног. Да, беги со всех ног. Там из этого не выйдет ничего хорошего. Мы еще посмотрим. Подожди минутку. Хорошо, хорошо. Ты лучший боец. Чего ты хочешь? Что вы делаете здесь? Мы услышали об охоте на драконов. Ну, мы собрали свои пожитки и пришли сюда. Но, говоря откровенно, мне плевать на драконов. Мне нужно золото. У драконов ведь есть золото, правда? Конечно. Что ты знаешь о драконах? Я знаю о них только из детских сказок. Понимаешь, девственницы, золото, огненное дыхание и все такое. А куда вы собираетесь идти отсюда? Понятия не имею. Мы все еще думаем над этим. Вы могли бы пойти в замок? Меня туда силком не затащишь. Нет уж, только не к паладинам. Я не хочу обратно в тюрьму. Я уже был там, и мне этого хватило. Что насчет орков? Ими окружен весь замок. Пытаться пробраться туда — чистое безумие. Если ты хочешь сразиться с орками, то сразу можешь считать себя трупом. Никому не пробиться туда. Ах, действительно. За что ты сидел? Так я тебе и сказал. Ха. Вы маги заодно с паладинами. Нет, дружок, забудь об этом. Полностью с тобой. Эй! Что ты делаешь здесь?
Давно уже не слышал такого тупого вопроса. А что, по-твоему? Я ничего не могу понять из-за твоего идиотского выражения лица. Вот почему я и спросил. У тебя слишком длинный язык. Я думаю, пришло время подрезать его. Встретимся! Еще посмотрим. Подожди минутку. Что ты надеешься найти здесь, в долине рудников? Золото и славу! Что же еще? Когда я покончу с драконами, я буду купаться в золоте. У меня будет достаточно, чтобы провести остаток своей жизни, пытаясь посетить все таверны и бордели в стране. Ну да, либо это, либо ты станешь трупом. И что? Это часть игры. Если ты хочешь стать богатым, ты должен рисковать. Ты бы не хотел поработать на меня? Почему бы и нет? Как будешь платить? Я заплачу тебе 100 золотых. Хорошо. Меня устраивает. Иди вперед! Я пойду за тобой! Я не хочу иметь к этому никакого отношения. Тебе нужно лечебное зелье? Конечно. Не помешает. У меня собственное мнение на этот счет. Это не секрет. Так может продолжаться вечность. Да что он об этом знает? Он не заслужил этого. Я думаю, на этом наше сотрудничество можно считать оконченным. Как знаешь, я найду себе работу и получше. Бай-бай! Лучше не говори, не надо.
Где ты это услышал? Я тоже так считаю. У тебя не найдется чего-нибудь выпить? Полагаю, вода тебе не подойдет. Нет, черт подери. Мне нужно что-нибудь алкогольное, чтобы я, наконец, мог избавиться от этой проклятой головной боли. Когда мне долго не удается промочить горло, мой череп раскалывается, и мне кажется, что он вот-вот взорвется. Я лучше не буду вмешиваться. Вот, возьми это. Это было так, как ты сказал. Ну, какое блаженство! Теперь я опять могу размышлять здраво. Что я могу сделать для тебя? Пойди туда, сделай это. Я не хочу иметь к этому никакого отношения. Рано или поздно. Кстати, а что ты вообще здесь делаешь? Верю, если честно, понятия не имею, что мы делаем здесь и когда все начнется. И пока у меня есть выпивка, меня это совершенно не волнует. Сделай это. Ты знаешь, где находятся драконы? А что я получу за то, что скажу это тебе? У меня есть еще одна бутылочка джина. За хорошее вино я готов сразиться со всеми драконами мира. Договорились. Давай мне эту бутылку. Я припасу ее на черный день. Я теперь даже не знаю. Хорошо. Теперь скажи, где все эти драконы? Ну, если честно, я не могу сказать тебе ничего определенного. Но я слышал, что всего должно быть 4 дракона. Прошлой ночью над самой высокой горой мы видели багровое свечение. Готов поклясться своей матерью, что если ты ищешь драконов, одного из них ты найдешь там. Этого я тебе сказать не могу. Хорошо, теперь скажи, где все эти драконы? Ну, если честно, я не могу сказать тебе ничего определенного. Вот, держи выпивку. Мне стало гораздо лучше. Я теперь готов ко всему. Я тоже так считаю. Я не знаю, ну, если честно, я ищу человека, который мог бы научить меня чему-нибудь. Я мог бы обучить тебя некоторым вещам. Я лучший боец на многие мили вокруг. Так как мы друзья, я сделаю тебе скидку. Это будет стоить 300 золотых монет. Не могу поверить в это. Он сам так решил. Он все время знал об этом. Это для меня слишком дорого. Слишком дорого? Это меньше, чем любой другой запросил бы на моем месте. Ну, сам подумай. Рано или поздно. Это должно было случиться. Это было так, как ты сказал. Он сам так решил. Эй! Говори, что ты не знал. Я вижу, ты присоединился к охотникам на драконов. Я пошел за Сильвию в долину рудников, потому что я знаю эту местность, как свои 5 пальцев. И я хотел сам понять, что здесь происходит. Я скажу тебе вот что. Здесь определенно что-то не так. В жизни никогда не видел столько орков в одном месте. Я не удивлюсь, если горонты, паладины и самка давно сбежали или уже все перебиты. Я не знаю, где его так отделали. Что ты планируешь делать дальше? Я сначала пойду с парнями в долину рудников, а потом свалю. Мне просто очень хочется выяснить, что планируют орки. Кто ничего не хочет знать. Еще увидимся. Будь осторожен. Это еще не все. Ему стоило 100 раз подумать. Где ты это услышал? Он думает, это так просто. Эй, ты! Смотри, куда идешь! Что ты этим хочешь сказать?
Я хочу сказать, что пребывание здесь может не очень хорошо сказаться на твоем здоровье. Это место просто кишит орками и монстрами. Не говоря уже о драконах. Это просто дружеское предупреждение. Ты можешь сказать мне что-нибудь, чего я еще не знаю? Я могу дать тебе добрый совет. Причем бесплатно. Нам здесь не нужны трусы, которые падают в обморок, как только почувствуют даже слабый запах дракона. Возвращайся домой. Это работа для настоящих мужчин. Ты что здесь за главного? Я что, похож на главного? Конечно нет. Нам здесь не нужны важничающие кретины, раздающие приказы. Когда Сильвио попытался вести себя как командир, мы показали ему и его парням, что мы думаем об этом. Произошла небольшая стычка, и в конце концов им пришлось убраться. Надеюсь, Сильвио найдет свой конец в кастрюле какого-нибудь орка. Так вы хотите убить драконов? Надо же, какой догадливый! А ты хоть знаешь, как можно завалить дракона? Ты думаешь, он будет спокойно сидеть на месте, когда ты будешь рубить его голову? Такие дела требуют тщательного планирования и решительных действий. Понимаю. И как вы собираетесь справиться с драконами? Сначала мы должны выяснить, где они скрываются. Только тогда можно будет подумать о лучшем способе атаковать их. Мне кажется, вы не способны найти даже слепую овцу. Что? Ты хочешь схлопотать по своей тупой физиономии? Что-то слышал об этом. Я бы так не смог. Из этого не выйдет ничего хорошего. У меня собственное мнение на этот счет. И это еще не все, поверь. Ты должен все хорошенько взвесить. Какая встреча? Эй, ты! Хорошо, хорошо, ты победил. Чего ты хочешь? Да что он об этом знает? Я это услышал. Thank you.
что ты делаешь здесь? Готовлюсь к сражению, что же еще? С кем ты собрался сражаться? Я хочу вызвать на бой паладинов и показать этим жирным лентяям, где раки зимуют, идиот. С драконами, конечно же. А ты что подумал? Паладины не против того, что вы здесь? Чушь. У них совсем другие проблемы. Большинство из них рады, что вообще живы. Боевой дух у них ни к черту. Это начало их конца. Я хочу сказать, ты только посмотри на их старые зазубренные клинки, которые они постоянно чинят. Любой разумный воин давно бы сбежал отсюда. Первый раз слышу об этом. Ты отстал от своей группы? Моей группы? Да у меня нет группы. Я охотник за трофеями. Если я вернусь домой без трофея, никто не поймет, зачем я ходил сюда. Поэтому я не хочу ни с кем делиться. Ты уже видел дракона? Нет. Я хочу привести свое оружие в порядок, прежде чем отправлюсь охотиться на него. Не могу поверить. Это не новость. А ты не боишься, что кто-нибудь может тебя опередить? Что? Кто? Сильвио? Ты видел этих жалких трусов, что он привел с собой? Сильвио должен радоваться, если ему удастся выбраться отсюда живым. Сильвио был здесь? Здесь, в замке, ты хочешь сказать? Да, был, но очень недолго. Он поболтал с несколькими парнями здесь, а затем опять исчез. Это было так, как ты сказал. Я слышал другое. И где сейчас Сильвио? Паладины говорили что-то о ледяном драконе на западе. Он, по слухам, самый опасный и сильный из всех драконов. Ты бы видел блеск в глазах Сильвио, когда он услышал об этом. Даже гадать не нужно, куда он пошел. Но он все время знал об этом. Похоже, ты не особенно-то любишь его. Что ты хочешь этим сказать? Любишь? Не могу поверить. Было бы лучше, если бы я его вообще не знал. У Сильвио нет друзей. Ему нужны люди, которые идут за ним и не задают вопросов. Это не по мне. Я работаю один. Никто ничему не учится у меня. Ты можешь помочь мне улучшить мое оружие? Улучшить? Лучше купи что-нибудь новое и выброси этот хлам, что ты носишь с собой. Возможно, у меня найдется что-нибудь для тебя. Тебе это интересно? Что ты можешь продать мне? У меня мало что есть для мага, но все же ты можешь взглянуть. Если все будет по-другому. Он все время знал об этом. Откуда ты? С материка. Мои люди и я бежали оттуда. Там становится все хуже. Орки сжигают за собой все, что горит. Король потерял контроль над своим королевством. А где сейчас твои люди? Я покинул их. Они думали, что им дозволено брать все, что им угодно. Даже если это не принадлежит им. Я не хочу принимать в этом участие. Что еще ты знаешь о войне? Орки окружили столицу, но пала она уже или нет, я не знаю. Последнее, что я слышал, что король мертв, но я в это не верю. А что ты делаешь здесь, в замке? Я услышал о драконах и пришел помочь сражаться с ними. К несчастью, я потерял свой меч, когда пробирался мимо орков. И вот я застрял здесь. Без меча я не могу выйти отсюда, а те мечи, что продают здесь, бесполезный хлам. Он не заслужил этого. Что ты дашь мне, если я найду твой меч?
Боже, я ничего не могу дать. Я потратил все свои деньги на этот меч. Я найду твой меч. Это было бы великолепно. Тебе стоит поискать у Большого Утеса на юге. Я, вероятно, потерял его там, около палаток орков. И какой идиот затащил меня сюда? Я думал, здесь для меня действительно найдется настоящая работа. Но здесь ничего нет, кроме нескольких высокомерных паладинов и банды орков. Ты забыл о драконах? Как же я мог забыть? Знаешь что? Я кузнец, а не воин. Я делаю оружие, а сражаются им пусть другие. Тогда почему ты не стоишь за этой наковальней? Паладины не подпускают меня к кузнице. Если я подойду к ней, меня бросят за решетку. Это не новость. А что мне будет, если я помогу тебе? У меня ничего нет. Единственное, я могу научить тебя чему-нибудь. Я попробую помочь тебе. Как тебе это удастся? Парсиваль приказал страже ни к чему нас не подпускать. Никто не осмелится нарушить его. Я сделаю все, что смогу. Представить себе не могу, что он послушает тебя. Откуда ты пришел? Я присоединился к парням с гор. И мы отправились в эту долину, чтобы разбогатеть, охотясь на драконов. Их главаря звали Сильвио. Такая сволочь. Он обращался со мной, как со своей собственностью. А что произошло в замке? Ничего, насколько я слышал. Но, конечно, меня очень волнует, что произошло вне замка. Не говори, что ты не знал этого. А что произошло в замке? Ничего, насколько я слышал. Правосудие восторжествует. У меня и так хватает проблем. Ты действительно веришь в это? Такова воля Иллиса. Я знаю тебя. Ты Кор Ангар. Ты был храмовником в болотном лагере. Зови меня просто Ангаром. Я потерял свой титул. Братства спящего больше нет. Забавно, но мне кажется, что я тебя тоже знаю. Но я точно не помню, откуда. Что с тобой? Я уже давно не мог нормально спать. Эти постоянные кошмары. Как ты оказался здесь? После обрушения магического барьера я спрятался в горах. Затем пришло время что-то делать. Я бесцельно брел 4 дня, пока неожиданно не очнулся в замке. Не спрашивай меня, что произошло, я не знаю. И что еще хуже, я также потерял амулет, который был со мной многие годы. Я сойду с ума, если не найду его. Я сам не лучше. Я уже подумывал об этом. Братство спящего было порабощено злом. Твои бывшие друзья из болотного лагеря наводнили землю, одевшись в черные рясы, и атакуют все, что движется. О чем ты говоришь? Последнее, что я помню, это обрушение барьера, сопровождавшееся душераздирающим воплем. Нас охватил панический страх. Мы упали на землю, корчась от боли. Этот голос, он становился все громче. И затем вдруг все кончилось. Все побежали, как безумные, исчезли в ночи, вопя истошными голосами. И больше я их не видел. Теперь они служат врагу и стали бездушными воинами зла. Боги Всевышний. И почему я был так слеп? Со мной никогда больше такого не повторится, клянусь. Это было очевидно. Это не новость. А где именно ты потерял свой амулет? Где-то на юге, вскоре после того, как я очнулся в замке. Я подозреваю, что он был украден. Мне крайне необходимо вернуть его себе. А что ты будешь делать дальше? Я сначала немного отдохну, а затем продолжу поиски моего амулета. Я слышал что-то о драконах. Также говорят, что в долину рудников пришло много воинов, охотятся на них. Я думаю присоединиться к ним. Я уже подумывал об этом. Может быть, я смогу помочь тебе найти амулет? Почему бы и нет? Помощь никогда не помешает. Что насчет охотников на драконов? Я поговорю с ними позже. Может, им пригодится хороший воин. Когда ты отправляешься в путь? Чем быстрее, тем лучше. Где ты собираешься искать?
Я пойду на юг, туда, где я его потерял. Там есть склеп в пещере, окруженный кучей валунов. Мне нужно идти. Будь осторожен. Я не знаю, где его так отделали. Я не верю, что это что-то изменит. Все возможно. Нет, это услышал. Я уже подумал. Ты действительно думаешь, что не верю. Я не верю, что это что-то изменит. Почему ты не работаешь? Это ужасно. Ты не заглядывал в мою комнату? Эти грязные мясные жуки там повсюду. Я не знаю, кто жил там раньше, но ноги моей не будет в этом грязном хлеву. Я ненавижу этих тварей, и хватит ржать, как идиот. Я теперь даже не знаю, кому верить. Это все. Как я это сделаю? С мясными жуками покончено. Ты можешь продолжать полировать свои орудия для пыток или чем ты там занимался? Ты действительно уверен, что ни одного из этих монстров не осталось? Абсолютно. Хорошо. Вот возьми это золото в знак моей благодарности. Ах, не заставляй меня плакать. Подожди минутку. Я уже подумал. Все в порядке. Ты уверен, что со всеми мясными жуками покончено? О, смотри, вон один сзади тебя. Что? Подумать. Не нужно верить всему, что говорят. Ходят разные. Это именно так, как я сказал. Нам остается... Это было очевидно. Я хочу стать сильнее. Все в порядке. Ты уверен, что со всеми мясными жуками покончено? Смотри, вон один сзади тебя. Что? Нам остается только ждать. Никто никогда не спрашивает меня. Он все время знал. Нам остается только ждать. Это все с нами. От этого будут одни проблемы. Первый раз слышу о нашем. Ты действительно думаешь? Все в порядке. Ты уверен, что со всеми мясными жуками покончено? Смотри, вон один сзади тебя. Что? Это все сложно. Я не хочу иметь к этому никакого отношения. Ты действительно... Тебе должно быть жаль этого беднягу. Первый раз говоришь. Есть какие-нибудь новости? Если ты хочешь узнать новости, спроси у рыцарей. А я всего лишь простой повар, заключенный. Я тоже так считаю. Я вернулся. Я сам это вижу. А что насчет подкрепления? Лорд Хаген прибудет, как только со всем разберется. Столько всего произошло. Меня это не волнует. Мне нужны войска. Орки все прибывают и прибывают. Нам не продержаться долго.
Мои люди измотаны, и у нас заканчивается провизия. Даже Милтон покинул замок. Но мне не нужно несколько человек. Мне нужно большое подкрепление. Прибыли волонтеры. Ты имеешь в виду охотников на драконов? Они, конечно, могут помочь нам, но их слишком мало. Если Хаган не пришлет в ближайшее время своих людей, я ничего не могу гарантировать. Ты можешь еще что-нибудь рассказать о драконах? Мне нужно заниматься другими делами. Пусть мой помощник-стратег Орик расскажет тебе об этом. Этого я тебе сказал. Я хочу поговорить о кузнеце. Каком кузнеце? Он исчез? Он что, вернулся? Тогда можешь сказать ему. Нет, я говорю о Яне, одном из охотников на драконов. Он кузнец. Это хорошо. Наш предыдущий кузнец слинял, трус. Ян хотел бы поработать в кузнице. Понимаю. Так ты думаешь, я могу доверять ему? Да. Если ты так уверен, то ты можешь поручиться за него. Если из-за него возникнут проблемы, за это ответишь ты. Согласен? Никто не смеет нарушать божественный порядок. Я ручаюсь за Яна. Хорошо. Он может работать в кузнице. Но, конечно же, он должен обеспечивать моих людей мечами. Понятия не имею. Скажи мне. Это именно так, как я сказал. Ничего важного не произошло? Я обеспокоен. Очень сильно обеспокоен. Чем? Недавно здесь появились эти люди. Они называют себя охотниками на драконов. С моей точки зрения, все они бездельники и преступники. Если бы это было в моей власти, я бы выгнал их всех из замка. Пусть орки позаботятся о них. Но в отличие от лорда Хагена, они все же здесь. Да, к сожалению, они все, что у нас есть. Воистину, Иннас подвергает нас суровому испытанию. А кроме этого? Ах, оставь меня в покое. Я бы не доверял тому... Эй! Я уже вернулся. Я уже не надеялся, что мы еще когда-нибудь увидим тебя после того, что произошло, когда ты был здесь несколько дней назад. Я вижу, ты стал магом. Мое почтение. Возможно, твое появление – добрый знак. Мне нужна информация о драконах. Несколько дней назад к западу от нашего замка появилось большое болото. Это довольно подозрительно, так тебе не кажется? Могу я чем-нибудь помочь? В настоящий момент, похоже, мы сделали все, что было возможно. Впрочем, есть кое-что. Кое-что очень важно, что ты мог бы сделать для нас за пределами этих стен. Мы планируем отрубить змею голову. Что ты хочешь сказать этим? Мы знаем одного из их предводителей. Его зовут Хошпак. Он один из самых влиятельных шаманов орков. А какова в этом моя роль? Убей его! Ты шутишь? Мне нелегко просить тебя об этом, мастер. Но ты как нельзя лучше подходишь для этого задания. Палатка Хошпака находится за осадным кругом. На утесе к югу отсюда. Ее даже видно из этих окон. Мне нужно снаряжение. У нас мало что осталось, чем мы могли бы поделиться с тобой. Ну, я могу предложить тебе вот это. Я возьму эти зелья маны. Надеюсь, они помогут тебе. Да хранит тебя Инос. Мне нужна информация о драконах. В настоящий момент мне нечего сказать тебе. Я не буду убивать Хошпака таким подлым образом. Ты хотя бы представляешь себе, насколько тяжело наше положение? Нас осаждают превосходящие силы орков.
Наши запасы уже на исходе. Если мы не сможем доставить эту руду на корабль, орки превратят в руины все наше королевство. Все, ради чего мы живем, пойдет прахом. Хорошо. Я убью Хошпака. Я рад слышать это. Палатка Хошпака находится на небольшом утесе. Ты, должно быть, уже видел его раньше. Этот утес стоит неподалеку от дороги, ведущей к нашей шахте. В тени огромной горы. Есть новости? Орков становится все больше и больше. Мне это не нравится. Что ты можешь продать мне? У меня мало что есть для мага, но все же ты можешь взглянуть. Я полностью с тобой согласен. Первый раз слышу об этом. В наши дни даже не знаю. Берись за молот. Для тебя есть работа. Ты сделал это. Как тебе удалось? Мне пришлось поручиться за тебя, так что не разочаруй меня. Не волнуйся. Я так рад, что опять могу работать. Могу я купить у тебя доспехи? Маг, который нуждается в доспехах? Забудь об этом. Тебе лучше обратиться к портному. Я не могу сделать доспехи для тебя. Он слушал не тянет. Обучи меня кузнечному делу. Тебе нужно больше, чем я в состоянии научить тебя. У тебя такой расстроенный вид. Будь они прокляты. Мой тебе совет, глаз не спускай со своих вещей. Чуть отвернешься и все. Вещички уже увели. Вот подонки. Я не хочу к этому никакого отношения. Он сам бы никогда не вернулся. Что за подонки? Этот сброд, называющий себя охотниками на драконов, конечно. А кого еще, как ты думаешь, я могу иметь в виду? Нужно быть бдительным. Это я тебе говорю. У тебя что-то украли? Нет, они положили 20 золотых в мой карман. Конечно же, меня обокрали, ты идиот. Ничего, вот когда я доберусь до этой сволочи... Успокойся. Паладин не должен так просто выходить из себя. Но я не хочу успокаиваться. Это были все мои сбережения, черт! Так что у тебя пропало? Мой кошелек со всеми моими сбережениями. Его украли. Он где-нибудь всплывет. Когда я доберусь до него... Есть какие-нибудь новости? Сюда прибыли охотники на драконов. Похоже, это крепкие ублюдки. Надеюсь, это действительно так. Иначе вряд ли им удастся выжить здесь. Покажи мне свои товары. Хорошо, что ты пришел. Здесь творится сущий ад. Что случилось? Охотники на драконов ошиваются по всему замку и бахвалятся, что могут решить проблему с драконами. Но я скажу тебе, судя по тому, как они выглядят, они не в состоянии убить даже старого больного снайпера. Многие из нас уже отчаялись и уже не верят, что нам удастся выбраться отсюда живыми.
По-моему, вы вдвоем стояли здесь на часах. Теперь нет. Сенград стоял у края стены и заснул. Он выронил свой арбалет, и тот упал вниз. Мы видели, как один из орков схватил его и растворился в темноте. Сенград проснулся и побежал в ночь по направлению к чистоколу орков. С тех пор его никто не видел. Да пребудет с нами Иннас! Бизнес? Неважно. Я надеюсь, что хотя бы у этих охотников на драконов есть какое-нибудь золото. А как насчет тебя? Ты хочешь что-нибудь купить? Покажи мне свои товары. Как я это сделаю? Покажи мне свои товары. Эй, ты! Я даже не знал об этом. У меня собственное мнение на этот счет. Я бы сделал по-другому.
Эй, ты! Покажи мне свои товары! Как я это сделаю? Как я это сделаю? Я думаю, я нашел твой кошелек. Что? Где? Какой ублюдок сделал это? Откуда мне знать? Я еще это выясню! Расслабься. Да, мастер, я попытаюсь. Thank you.
кучу черню. Покажи мне свои товары. Я даже не знал об этом. Я теперь даже не знаю, кому верить. Даже не знаешь, кому верить. Это плохой бизнес. Thank you.
А как насчет кузнечного инструмента? Что тебе нужно? Эй! Покажи мне свои товары. Эй, ты! Покажи мне свои товары. Я хочу продать оружие, выкованное мной. Хорошо. Давай сюда. Отлично. Держи, что заработал. И как я это сделаю? Thank you.
как я это сделаю? Подожди минутку. Что я могу купить у тебя? Я могу продать тебе стальные заготовки. Я не был бы так уверен. Кто-то должен делать это. Я теперь даже не знаю. Эй, ты! Опять ты? Я хочу продать оружие, выкованное мной. Хорошо. Давай сюда. Отлично. Держи, что заработал. Ты можешь продать мне отмычки? Если еще остались. Покажи мне свои товары. Это хорошо, что ты опять пополняешь свои запасы. Кто знает, будет ли еще существовать этот город на следующей неделе. Паршиво. Почему никто не сказал мне, что Харини за это время полностью разорился? Понятия не имею. Я знаю этот город только таким. Ты бы видел его несколько лет назад. Он бы тебе совсем не понравился в нынешнем состоянии. Покажи мне свои товары. Ни у Беляра не было сил. В этом месте порядок и хаос. Покажи мне свои товары.
Покажи мне свои товары. Ладно, не говори мне об этом. Он слишком много болтает. Он почти не отдыхает. Покажи мне свои товары. Не говори об этом никому. Я видела это сама. Мой муж дома. Мне нужно идти. Покажи мне свои товары. Он слишком много болтает. Ладно, не говори мне об этом. Ладно, не говори мне об этом. Ему нельзя доверять. Ему лучше спрятаться. Я Покажи мне свои товары. Выбирай. Мне нужно идти. Как знаешь. Это море освободило землю, и появились различные создания. Как есть несколько. Выбирай. Покажи мне свои товары. Эй! Покажи мне свои товары.
Эй! Опять ты? Я хочу продать оружие, выкованное мной. Хорошо. Давай сюда. Отлично. Держи, что заработал. Есть новости? Это я должен тебя спрашивать. Мы все здесь очень обеспокоены. Высший совет пытается предугадать следующий ход врага. Что-нибудь еще? Мы получаем все больше сообщений об одержимых людях. Враг стал силен, значительно сильнее, чем я ожидал. Защитит тебя Инос. Проваливай! Есть новости? Нет. О боже, ситуация все еще очень критическая. Эй, ты! Я хочу изучить пятый круг магии. Время еще не пришло. Так как насчет защитного амулета, что ты обещал мне? Я закончил. Вот, взгляни. Он получился очень изящным. Носи его, не снимая. И ищущие не смогут затянуть тебя в свою ментальную пропасть. Спасибо. Как продвигаются твои исследования? У врага много обликов. Какое из них представляет наибольшую опасность для монастыря, чрезвычайно трудно определить. Покажи мне свои товары. Ничего пока не нашел? Ну, я не совсем уверен. Но текущее расположение звезд, похоже, сулит многие опасности. Какого рода опасности? Ну, материя между мирами, похоже, очень слаба. Нужна только небольшая часть силы, которая потребовалась бы в обычное время, чтобы прорвать брешь в этой материи. Демоны могут использовать эти порталы, чтобы войти в наш мир, не встретив сопротивления. Как ты? Да-да, все уже хорошо. Я думаю, парни смогут помочь мне. Но я все еще чувствую себя довольно паршиво. Я всегда поступаю так, как завещал. Как жизнь в монастыре?
Я сойду здесь с ума. Но все же спасибо за совет. Милтон действительно помог мне получить место здесь. Ну, а что еще мне делать? Чем помирать с голоду в городе, лучше уж выполнять работу, которую дают мне послушники. Я верю, что у тебя все будет в порядке. Я так хочу опять почувствовать палубу под моими ногами. Доволен своей работой? Да, конечно. Моя вера в мудрость и силу Иноса придает мне силы. Я не хочу показаться невежливым, но у меня много дел сегодня. Можешь продолжать. Спасибо. Мне нужно кое-что. Thank you.
И как я это сделаю? Никто ничего не хочет знать. Возможно, я говорил тебе раньше. Никто ничего не хочет знать. Тебе должно быть жаль этого бедняга. Пойди туда и сделай это. Ему стоило лучше подумать. Никто ничего не хочет знать. Ты уже знаешь. Покажи мне свои товары. Могу я купить оружие у тебя? У меня мало что есть. Он узнал это не от меня. Я слышал другое. Что тебе нужно? Я это услышал. Я бы сделал. Никому не интересно. Эй, ты! Как дела? Работаешь как пчелка, да? Ты ведь не приведешь сюда этих наемников, да?
Thank you.
не спасет тебя! Вылечи меня. В настоящий момент тебе не нужно лечение. Какие товары ты можешь предложить мне? Выбирай. Thank you.
Какие зелья можешь ты научить меня варить? Так какое зелье тебя интересует? Thank you.
нужно верить в себя, что говорят. Как будто у меня без того проблем не хватает. Я бы так не... А кроме этого? Ах, оставь меня в покое! Эй, ты! Есть новости? Орков становится все больше и больше. Мне это не нравится. Путь добродетели труден и тернист. Никто никогда не спрашивает. Никому не интересно. Ты действительно веришь в это? Расслабься. Да, мастер, я попытаюсь.